Всем привет! И сегодня у нас две посылочки с сайта AliExpress. Ну что ж, ставим лайки, подписывайтесь на канал, а мы начинаем. Первое, поскольку она тоненькая, то я не буду рисковать. Ее просто разорву. Есть, разорвал. Да, действительно, не нужно было рисковать. Ага, все, там нижнее белье, женское. Сильно буквально рассматривать не будем. Угу. Давай дальше, следующая коробочка. Следующая, вот эта посылочка. Ее уже можно попробовать разрезать. Готово. Разорвем. Здесь какая-то квадратная коробка, и здесь неизвестно что. Сейчас посмотрим, и там что же это? Что-то круглое и плоское. Вот. Лампочка. А это что? Это пульт управления, это разноцветная лампочка. Лампочка и пульт управления? Да. Ха, так ваше не бачу. Ну, я тоже. Так. Ну, такая вот ссылочка. Сейчас разберусь с пультом. Куда бы ее вкрутить? Это, наверное, батарейка моя. Сейчас посмотрим, есть ли батарейки. Да. В комплекте батареек немає, сходим купы. Потом снимем обзор самой лампочки. Навес тяжелая. Должна гореть разными цветами. Ну, потом еще снимем видео, как она будет у нас светить. Вот так вот. Так, Саша, тебе слово. Ну что ж, вот такие вот у нас были посылочки с сайта AliExpress. Ну что ж, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну а мы заканчиваем. И будет обзор. В этом же видео будет обзор на эту же лампочку. Посмотрим, как она будет у нас светить. Ну вот, сейчас мы купили уже батарейку для вот этого пульта. И посмотрим, в общем-то, теперь. Вот. Мы купили батарейку. Батарейку. И сейчас мы посмотрим, как вот это светит эта лампочка. Вкручиваем. Вот. Сейчас нужно вставить батарейку в пульт. Сейчас. Сделаю. Пока. Паличку. Все. Все. Сейчас и... резетку вставлю. Сейчас проверим, в общем-то. Вот. Красный. Вот выключили. Сейчас мы выключим свет. Яркость тусклая. И вот. Включили красный цвет. Зеленый. Синий, белый, это желтый, голубой, светло-голубой, синий, фиолетовый, зеленый, синий опять, фиолетовый, зеленый, синий, розовый опять, желтый. Опять синий и опять розовый. Это что? Красный. Флэш. А. Типа будет переключаться разные. А вот это что? А, понятно. Что переключение. Скорость. Ну, еще яркость. Тускло. Ярко. И включение и включение. Включение и включение с пульта. Угу. Такая вот лампочка.
пультом управления. С пультом управления. Включи на свет, Саш. Так, коротко пульт управления покажем. Все цвета соответствуют. Так, что у нас по яркости ярче? Тускнее. Так, включение-выключение с пульта. Ну, вот такая вот прикольная, в принципе, лампочка. А, вот такая вот эта кнопочка, это плавное переливание. Эта кнопка тоже такая вот плавная. Ну, вот такой вот, я думаю, вот лампочка, как ночничок, прикольно будет. Самое главное, можно выключать с пульта. Кстати, ничего не делается. Все. Ну что ж, вот такая вот у нас была лампочка на пульте управления сайта AliExpress. Ну что ж, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, ну а мы заканчиваем. Пока. Mm-hmm.